чтение второй руки в работу. Так, вот мы входим в какой-то момент для себя, забираем руку и выстреливаем второй. Это не должно быть раз, два, нет. Это именно движение, рука выставлена, ударили, ударили, ударили. На мешке. На мешке фактически то же самое, только здесь мы можем плотность попадания в цель. То есть если по воздуху мы проверяем, здесь у нас есть точка опоры, поэтому... И любые удары. Прямой корпус, боковой, и рука сразу же возвращается. Следующим продвинутым вариантом мы учимся реагировать на действия противника, в частности. Либо мы становимся в пару, и он атакует нашу руку. Мы сразу же бросаем. Либо на мешке. Следующий вариант. То есть я держу руку, и как только идет его атака, я забираю. Моя задача, забирая эту, нанести удар. Соответственно, следующим более сложным вариантом это переход на двойку. Впоследствии это фактически уже и тройка. То есть мы выставили руку, в момент забирания мы наносим раз, и вместо простого возврата мы сразу наносим удар. Либо это работаем самостоятельно, либо это работаем с партнером, который нам помогает. То есть то же самое. По мешку, если мы одеваем оборудование, шлемы, перчатки, можно попробовать это делать в паре. Пробуйте, ищите.